Ну что ж, добрый день. Наконец-то началось лето у нас. И тепло, можно позаниматься на улице. Но занятие такое мерзкое, конечно, но с чем связано? Связано с тем, что очень много шума и пыли. И пыль такая гадкая, ветерок нужен посильнее. Ну вот не знаю, как получится, сегодня не получится поработать. Но что-то я все равно по-любому вам покажу. Вот, сейчас я подобрал несколько камней. Там меня за камерой не видно на столике. Потом покажу. Подобрал несколько камней, которые я посредством инструмента подготовлю под уже дальнейшую обработку. Ну, чтобы не была вот такая вот большущая баланка у нас. Вот. Потому что, если мы посмотрим, то сидит вот он. Вот он сидит вот здесь. Вот. То есть надо отсечь лишнее. И посмотреть, что-нибудь может там еще быть. То есть вот мы посмотрим. Вот он сидит. Ну, вот такой покоцанный немножко. То есть мы его выберем. А дальше уже аккуратно будем отрабатывать его более тонким инструментом. Вот. Что у меня еще здесь есть? Вот еще вот. Там какой-то деятель засел, не знаю, что там. А потом вот здесь вот видите, вот. Вот еще один, как его сейчас по, вот он, вот он какой сидит, надо выковырять вот здесь вот. То есть что-то получится у нас, что-то не получится. Вот. Что-то загубится. Но на самом деле у меня этих камней сейчас много, я их хорошо привез. Ну, вот. Так что попробуем. Давайте попробуем. Буду запускать инструмент. Ну, то есть вот, он таким образом открылся, вот у него голова, то есть он передавленный, не знаю, есть в нем ценность, нету, ну, вот, ну, вытащили, да, здесь чисто вытащили, но... Перед тем, как точить, решил вам кое-что показать. Лайк-фак. Вот. Вот. Понятно, да? Это когда яйца вы покупаете в магазине, то у вас вот такая вот есть упаковка яиц, чтобы они не бились. Правильно? И вот я ее как-то так использую. Очень она удобна на самом деле. Если мы возьмем нашу заготовочку, сделанную, то для нее предусмотрена специальная ячейка. То есть вот я их храню
в ячеечках. И вот за зиму я таких, у меня было 4 по 30. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, есть просто по 20. У меня было 4 упаковки, 4 по 30. То есть это значит 120 заготовок. Из 120 заготовок что-то у меня осталось. Уже лень было делать. Но вот надоело, честно говоря. Из 120 заготовок 33 я сделал полные модельки. Полные. Ну, еще остались такие, которые надо посадить на камушек или на что-то еще посадить, на деревяшечку. То есть еще порядка, наверное, штучек 15. Ну, вот под, будем так говорить, под 50 штук у меня ушло в работу. И вот остались вот такие вот вещи, из которых уже как бы выбираешь, что поинтереснее тебе. Но вот уже не хочется вот такой вот, честно говоря, вот такой вот мукой уже заниматься. Ну не хочется. Ну, уже неинтересно. Надо выковырять вот из этих партий. Если выковыришь что-нибудь хорошее одно, и будет мне счастье. Что вот. Ну, что я скажу, давайте будем запишем дальше. Из какой камушек сейчас будем вытаскивать. Давайте вот этот вытащим камушек. Вот, посмотрите. Вот он. Вот он сидит, вот его мордень, глазка нет одного, второго тоже нету, но вот здесь что-то сидит, здесь. Сейчас попробуем его вынуть, так вот. И вот здесь какая-то история у нас, ну вот. Как-то попробуем вытащить его. Непонятно, что там такого многого, почему их там много так всяких разных. Так. Так вот он пойдет, скорее всего, это вот один. Да? Так вот. Здесь. Вот это вот что такое, тоже под вопросом. Вот это место тоже не нарушить. Вот пока не знаю, как его разбирать. Ну ладно, по ходу будем смотреть, как будет выходить. С этим камнем ничего, тут ленька, даже заморачиваться не хочется, пофиг, откидываем. Вот, а то, что мы выковырили, плохо, конечно, что ветер идет на камеру, надо попробовать поменять дислокацию. Так, ну смотрим, что у нас есть. Вот он сидит, да, мы видим щеки его, нос, два глаза, вот. А вот это что такое прилипло к нему? Вот тут вот тоже что-то есть такое. Вот. Либо он изломанный. Ну, попробуем сломать. Ага, сломали. Так, и что же у нас получилось? Так. Ну, ничего у нас не получилось. Просто кусочек, хвостик какого-то, линьки какой-то чьей-то. Но здесь открылась еще одна щечка. Вот видим, вот, то есть два глаза, две щеки, вот его морда, видите как, спинка, хвост, и здесь он, ну то есть это я все уже соберу уже другим инструментом. Так, помещаем, есть. Давайте попробуем переставить, может быть, камеру. Ну вот у меня, посмотрите, они тут на изготовке у меня здесь есть на столе. Вот. Каким заняться? Ну вот этот у меня был готов к занятию. Ну, вот он. Видите, починка какая высвечивается тут. Но он будет половинный. То есть у него нету
хвостик, скорее всего. Ну, башка вот там сидит. Можно его попробовать ковырнуть. Ну, вот, но его, может быть, попробовать разбить, а потом, в случае чего, склеить. Попробую, кувалдочку возьму. Вот. А что можем подточить? Подточить можно. Смотрите, какой. Вот этого можно обтащить. На подклейку его отправить потом. Ну, вот. Да я не помню, что... этого можно вытащить. Ну и вот, вот этот интересен. Видите, он как сидит. Вот он. Вот он так свернут. Его можно вот смело вот так вот выбирать. И здесь лишнего брать. И здесь такой же. Порода, конечно, очень твердая.